Здравствуйте, уважаемые коллеги! Предлагаем вашему вниманию видеообзор актуальных материалов библиотеки Московской электронной школы по теме, изучаемой в третьем классе, восприятие произведений искусства. Сценарий урока иллюстрации к сказкам Александра Сергеевича Пушкина знакомит со сказочным миром поэта и творчеством художника-иллюстратора Ивана Яковлевича Билибина. Интерактивные и тестовые задания помогут ученикам лучше разобраться в материале и закрепить полученные знания. О том, как художники изобразили главных героев и какими чертами характера их наделили, ученики могут понять, рассмотрев иллюстрации. Определить, в каком стиле выполнены иллюстрации, можно с помощью интерактивного задания. В творческом задании предлагается выполнить иллюстрацию к сказке Александра Сергеевича Пушкина в декоративной манере. Закрепляем знания с помощью увлекательного интерактива. В сценарии урока «Русская народная сказка Василиса Прекрасная» ученики встречаются с творчеством художников-иллюстраторов и знакомятся с цветом, как с одним из способов эмоционального воздействия при создании иллюстраций к сказкам. Вспомнить сказку помогут интерактивные задания, в которых предлагается расположить изображение в правильной последовательности или верно ответить на вопросы, сопровождаемые красочными иллюстрациями. Сценарий урока художника-музей «Картина-пейзаж» познакомит с жанром изобразительного искусства пейзажем и его разновидностями. Закрепить знания ученики смогут с помощью тестовых и интерактивных заданий, например, верно определить виды пейзажа. Урок познакомит учеников с творчеством выдающихся художников-пейзажистов, а в красочном интерактиве ребята вспомнят о законах перспективы. Тестовые интерактивные задания помогут определить творчество художников-пейзажистов, совершить путешествие по сказкам Александра Сергеевича Пушкина, вспомнить виды пейзажа и закрепить знания о творчестве выдающихся художников-иллюстраторов. Задание о русской красавице Березе подскажет последовательность ее изображения. Представленные в удобном формате электронные материалы наших партнеров предлагают ученикам увлекательные проекты, в которых можно познакомиться с приметами осени, создать нарядную буквицу, а проект о нашей Родине расскажет о ее красоте и необъятных просторах.